газовый ключ, зубило и отвертка. Все эти нехитрые инструменты – главные атрибуты, без которых не обходится работа сантехника. Их и не только участники конкурса «Лучший сантехник» показали обычным школьникам из лингвистической гимназии. Школа сантехмена – это первый этап в отборочном туре. Сантехники проводят обучающие занятия для школьников, рассказывая о всех тонкостях, а самое главное – важности своей работы. Благодаря этому мероприятию я узнала больше о профессии сантехник. И я теперь по-другому представляю. Раньше было иначе из-за предвзятых стереотипов. После теоретической части перешли к практической. В школе пришли в негодность трубы в одном из санузлов. Отличная возможность показать свои умения и навыки на деле. Ни одна квартира, ни один человек, как говорится, можно сказать, ни одна квартира, даже сооружение, здание, производство, заводы не обходится без сантехника. Тепло в каждом доме, кажется, всем нужно. Вода тоже. Впереди еще два конкурсных месяца, по результатам которых решится, поедут ли ульяновские специалисты в конце года на финал в Челябинск. Там команды поборются за звание лучшего сантехника России. Анна Тищенко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.